Снова здорово, дамы и господа, на связи Роман и канал Freeze and Games. Мы продолжаем с вами Звездные войны. Соответственно, Outlaws, да, это у нас называется. И мы идем отыскивать, да, отыскивать. И нам надо идти... Так, подожди, а куда надо идти? Я сейчас вот здесь. Мне надо исключительно взад посмотреть. И там будет некий проходец. Не понял. Сюда же? Хрена не понял. Здесь работает не то, куда я иду, радар, а то, на что я смотрю. Yashiga, this place pretty locked down. Not many ways in or out. Won't stop me, though. I've come to learn that about you. Погоди. What's up, big guy? Okay, signal's good. Блин, меня эти вот голодиски и вот это его... Вот это... Пипец, а сигнал вообще толком практически не работает. Он не бей, не мей, не кукареку. Здравствуйте, приехали, приплыли. Вот я и пришла, называется. Ой, игра, ты с этими голодисками, это точно меня... It's getting warmer. I think we're at the right place. Ну, очевидно, что мы еще один голодиск пойдем искать, то есть здесь пока нового ничего такого сверхъестественного. Так, здесь пока ничего. А здесь что? Hey, Andy, cleared another one of Jack Cordo's vaults. He wasn't there, I take it. Не, не было. No, although for Kajimi, not a bad place to stay hidden. It was pretty warm. Довольно тепло. Подожди, а довольно тепло это что означает? То есть мы типа вот-вот-вот-вот уже практически приблизились, но чуть-чуть прям не то, да? А, предметы, ценности. Минералы, спустя говоря, можно продать торговцу за кредиты. Это мы в собак выиграли. Продавать торговцу синдикатов в обмены. В обмены. А, хорошо. Возможность клана... Ашига, задание синдиката. Подслушайте сообщение Данки. Станция Ахара, Кэджими. Возможность клана Ашига. Татуин. Это я так и не нашел. Ага, тащите хранилище. Так, это понял. По другим планетам. Окей. А, столовая Дамаг. Наемница, цепочка разведданных, зашифрованное сообщение неизвестно, а вот это мне известно. И тут даже я могу, наверное, да, могу, в принципе, даже быстренько переместиться, посмотреть, что там. Я даже не помню, что это за цепочка заданий такая.
Здравствуйте. А здесь кого? Кого-то спросить надо? В целом, я здесь уже был в этой столовке. Ага. Бармена расспросить. Хорошо, пойдем спросим. Ты, Никс, хорош раскидывать всякую херню? Подожди, а кого из этих? Привет, мне сказали, что у тебя надо спрашивать про тайные игры в собак. Я принимаю заказы на напитки. Да брось, ты ведь о нем знаешь, правда же? Вот что я тебе скажу. Совсем недавно из того салона вышел один посетитель. Он сейчас в космопорту и ищет, кто бы довез его домой. С ним поговори. Спасибо за помощь. Надеюсь, тебе повезет больше, чем ему. Надеюсь, что мне не придется играть в собак. Разговорившийся игрок в собак. Так, это у меня где? Торговец, космопорт. Ну, давай мы тогда быстро переместимся, потому что через город бежать нам сейчас смысла особого не то, чтобы и есть. Так, это у нас где? Подожди. Я до сих пор контейнер тут какой-то не открыл. Как это? Да, вот этот вход. Кто-то кого-то должен отвезти. То есть я должен найти какую-то рожу, которая ищет пилота корабля. Ну, охрана точно нет. Имперский хер тоже нет. Соответственно, эти тоже нет. О! Здравствуй! Эй, ты можешь мне помочь? Здорово! Ну, с чем именно? Я тут слегка пожадничал, играю в собак. И теперь еще способ попасть домой. На Киджиме больше не вернусь, так что готов продать свою карту доступа. Интересует? А что мне эта карта? С карты доступа ты можешь участвовать в закрытой игре в собак. Там самые крупные ставки на Киджиме. Ну что? Давай. Ладно, давай я ее куплю. Ой, спасибо, какое счастье. Надеюсь, ты знаешь, во что ввязываешься. Ничего, я разберусь. Игрой заправляет член клана Ашига. Постарайся с ним не ссориться. Мне, походу, придется играть в эту дичь. Блинский еж. Я на самом деле... Нет, мне нравится играть в собак. Ну, просто... Здесь... Блин, мне почему-то кажется, что игрой подстроены определенные моменты. Вот вспомню, когда две шестерки у меня это проигрыш двум единичкам, а когда две единички у меня, то это проигрыш двум шестеркам. То есть игра меня сама тут подставляет как положено, и мне это очень не нравится. Да я знаю, куда я иду, отцепись. Если здесь ставка будет больше 200, значит здесь будет очень сложно играть. Потому что у Боснака было 200, и я эту мразоту, конечно, запарился. Поэтому если здесь затянется надолго, то я, наверное, вырежу все игры, кроме нужной попытки. Так, дай его угадать, ты Мехдо. Кейвес. Надеюсь, с тобой играть будет интереснее. Конечно, интереснее. Ведь я тебя обыграю. Ну, попробуй. Тебе приходилось играть с Мелито? Еще нет. Но думаю, проигрываете вы так же, как и все прочие. Твоя уверенность в себе меня развлекает. Давай я кое-что добавлю к ставке. И пусть победит лучший. А что ты там хочешь добавить? Персонализация. Вот это хорошо. Жульничество. Ну, жульничество это понятно. О, подожди, а это что такое? Выберите игрока, поменяйте с ними руками. А давай-ка попробуем. А
А какими руками? Правыми? Левыми? Так, на пятерках. Блин, ну сразу собак, но на двух... До следующего хода собак считается наоборот? Я пас. Шестерки. Я пас. У меня собак, да, он плохой, но... Тем не менее... Как говорится, это лучше, чем ничего. Сколько? 3-2 насрать. 3-1 насрать. Вот это синяя кожа что-то... Ах, ай-яй-яй, как хорошо. Чётенько. Вот это первый раунд, конечно, зашел на удивление. Так, 6-2, 6-2, 6-2. Но здесь от шестерки точно придется избавиться. Другие игроки платят налог одну фишку. А ты мразь. Ой, собак на двоечках. А, подожди, это четверка. Бляха. А вот теперь собак на двоечках. Не, ну мне тут, понимаешь, мне тут без собака делать вообще нечего. Бросит два раза кубики, что выберет что? Сейчас вообще не понял, что это было, но, допустим. Еще один ход будет, я успею поджульничать. Так, я знаю, что сделаю, наверное. А у ни у кого фишек нет. А, нет, есть еще у одной фишки. Давай мы... давай мы, знаешь, что сделаем? Мы... Опа. Бляха, какое узенькое. 6-6. Так, идешь ты нахер. Так, идешь ты опять нахер. Опа! Так, выберите игрока, поменяйте с ним руками. Вот с этим хочу, у него прям четенько. Take this. Так у него единичка. Ой, пошел ты нахер, слышь. А, я же уже все это взял. Блинский еж. Вот сейчас бы еще, чтобы они налог по одному заплатили. Ой, было бы совсем хорошо. Но это читерская фишка, если честно, поменяться руками. Давайте сюда свои деньги. Да, у тебя, за что бы ни было, все равно тебе кобзда. В смысле? У меня единица со... Это пиздёж! Это свиздёж! У меня был... сейчас я тебе скажу. У меня был собак с сайлопом. Это самое... Это, блядь, самая высокая единичка с сайлопом. Блин, там сайлоп валялся, ну что ж я не взял его? Ой, блядь, баран.
Писос. Первый раунд был шикарный. Второй раунд я не понял, почему я проиграл. Но единичка с Сайлопом — это выше, чем просто. Смотри, вот сейчас выиграет. Сейчас выиграет. Единичка с Сайлопом бьет, а моя единичка с Сайлопом не бьет, блядь. Сука, параша, говно ебаное. Я ненавижу, так нельзя. Это игра просто... Да... И кубики я брошу, у меня 100% единичка не выпадет. Это блядский закон подлости. Дай мне либо Сайлопа, либо единичку. Игра, ты мне обязана, ты мне должна. Ну, сука. You're gonna hate this. Я бешусь, это нечестно. Это очень несправедливо. Something good. Ну, пиздец. Четверки. Мне либо Сайлоп, либо единичка. Мне, потому что иначе капзда. Хуй там, конечно же. Хуй там, конечно же. Заебись, на пятерках. На пятерках. Конечно, я Сайлоп заберу. А что у тебя там, слышь? Что пасует сразу? Четверка. 100% кубики бросит, выпадет это что-то получше. Вот 100% так и будет. То есть выпадет четверка, либо Сайлоп. И я, естественно, проиграю. Тут шестерка мне, нет? Двойку выкидываю нахер. Я выигрываю. У тебя четверки. У кого у тебя даже четверок? Не, сейчас четверка выпадет 100%. Вообще нихера не выпало. Блять, одну монету только просрал. Одну. 4-5. Круто. У меня кубик, естественно, нихера не выпадет. Что там? Мне почему-то подсказывают, что нет смысла дальше сбавлять последнюю фишку. Надо просто заканчивать в надежде, что кубик мне подфартит. Тройки, блядь. New card. Тогда мне здесь надо что-то ниже, чем тройка, и чтобы в кубике выпало это число, чтобы был собак. Иначе мне пизда... О, Сайлоп. Ну тогда мне надо в кубике, чтобы выпало что-то ниже тройки, потому что иначе кобзденок мне. Сейчас прикинь, 6-6 выпадет. Вот это я, конечно, охуею. Блять, тройка. Ну у меня тройка с Сайлопом. Собак. А у него просто тройка. И 100% ему сейчас победу отдадут. Не, ничья. Почему? Подожди, я чего-то с Сайлопом не понимаю. Карты, подожди. А-а-а.
Сайл принимает значение, ёб твою мать. Все равно игра нечестная, пошла она нахуй. Так, это я сразу беру. Блин, а если у него сейчас на единичках будет? Ну-ка, Никс, на разведку сгоняй, пожалуйста. Ага, четверка. Даже если Сайпла, то ему все равно... Нет, это не под... Тогда пас. У меня на тройках. Бляха, ну это ожесточенно. Семь раундов. Хорошая игра. Надеюсь, я тебя развлекла. Несомненно. Нужно будет сыграть еще разок, когда я выучу все твои приемы. Без проблем. С радостью опустошу твои карманы. Нет, я больше не приду сюда играть. Нахер тебя. Жесть, конечно. Новая покраска первопроходца. А первопроходец, внешний вид. О, чернявенький. С желтыми огонечками. Не, ну слушай. С красными-то будет лучше. Я же ситх до мозга и костей. Так что самое то будет. Ценности это очевидно. Это предметы для заданий. Ну, это было сложно, я тебе скажу так. Это реально сложно. Наемница. Обучить кей обращению с тяжелым оружием. А, подожди, я что-то не то выполнил? А ты можешь чуть-чуть побыстрее шевелиться? О, а в этот раз меня сюда пустили, в прошлый раз не пустили. Подожди, а это что такое? Это не Онг. Кто это? Это Кира, королева Багрового Рассвета. Кейвес, Элира мне много о тебе рассказывала. Ты уже неплохо себя проявила на Ташаре. Слушайте, просто отдайте мне Энк, и я пойду. Ты так до сих пор и не поняла. Королева не отпустит Энк. Она продала клан Ашига Империи, оружие Энк как раз то, ради чего имперцы пошли на эту сделку. Единственный способ ее вызволить — посадить на трон Крикс. Чтобы наш Рой наконец обрел свободу. А ты здесь зачем? Затем же, зачем и ты? Занимайся вербовкой. Слушайте, я не лезу в политику. И не хочу свергать королев. И очень не люблю, когда за мной шпионят. Тогда сделай это ради своей взломщицы. Этот отключ откроет тебе путь прямиком к Энг. Вытащи ее, и тогда поговорим. Откуда тебе знать, что я не сбегу? Это не в твоих интересах, Кей. Тебе, видимо, честно говоря... А, тебе, видимо, часто говорят нет. Не часто, не, нихера не часто. Побег. Опять же, подожди, это побег, ёб твою мать, я не то задание выполнил. Я ищу... Это опереться или как? Опереться. Бляха, так здесь нет никого.
У бармена спросить, не у того бармена спросил. Подожди. Прости за глуповатый вопрос, но ты не видела... Тут наемницу. Здесь таких полно. Мне нужна та, что любит пушки побольше. А, проще не стало. Попробуй поговорить с Рустер. Она уже неделю торчит вон в том углу и донимает моих посетителей. Если уведешь ее отсюда, то окажешь мне большую услугу. Спасибо. То есть, получается, первый раз, когда я пришел, я поговорил не с той херней. Не с тем барменом. Тут их видишь, тут двое. Ты Рустер? По слухам, стреляешь хорошо, особенно из больших пушек. Обычно те, до кого дошли такие слухи, ко мне не лезут. Что поделать? Мне нужно кое-что выучить. Тебя? Как-нибудь своим блестящим обойдешься? Хотя бы послушай меня, я готова заплатить. Не, я отошла от дел. Империя уничтожила мой корабль, забрала оружие. Теперь я торчу здесь. Я предпочитаю делать это в одиночестве. Ну, оружие я вполне могу вернуть. Куда его отправили? Не знаю. Оно с маячком, но трекер я выбросила посреди скопления астероидов. Без трекера пушки не отыскать. Ничего, корабль у меня есть. Ох, у тебя вся жизнь впереди, ты еще молода. Не то, что я. Оставь меня в покое. Ладно, как знаешь. Так, все дороги ведут на орбиту, да? Энди, в этой системе есть скопление астероидов? Блин, я не хочу пока в космос идти, понимаешь? Так, Каджима, планка, это ставит на первый проход сообщение. Подожди, это вообще здесь? А, прослушайте сообщение Данки. Ну, это, в принципе, да, это здесь. Это хорошо. Просто Данка, насколько я знаю, вообще здесь не находится. Так. Данка оставила сообщение. Посмотрим, что ей нужно. Кей, для тебя есть задание. Я проводила сделку между пайками и ашигами по продаже экзотического бивалпа. Это моллюск такой. Но теперь пайки хотят продать его багровому рассвету. Проблема в том, что мне не заплатят, пока ашиги не получат товар. Ты должна сорвать сделку. И прихвати с собой на дело своего жуткого дроида. Он там будет к месту. Если согласны, я перешлю тебе координаты места встречи пайков и багрового рассвета. Ну что, когда отправляемся? Мне твоя помощь не нужна, я справлюсь. Оставайся тут и передай Данке, что я возьмусь. Так. Мираж Ташар. Но это опять, это понимаешь, это опять меня выкинет просто-напросто с этой планеты, либо на орбиту. Я пока не хочу никуда уходить. Это опять Ташара. Это неизвестно. Это Татуин. Это станция Ахра. Это Каджима. Это, соответственно, доберитесь до оружейной фабрики Каджима. Это Акива. Это Татуин. Здесь, если смотреть, это пока не очень интересно. Сюда... Хранилище клана Ашига в Киджима-Сити. Это запретная зона. Мне туда пока нельзя. Хранилище Багрового Рассвета в Киджима. Закрытые ворота. Так. Разведка на Ташаре на Акиве. Силовой модуль Акива Татуин. Эти мне пока неизвестны. Это мне пока не надо. Контрабандист. Хорошо. Давай тогда попробуем хранилище Багрового Рассвета. Как мне сюда к тебе попасть? Если хранилище Багрового Рассвета, то в принципе там еще есть какие-то шансы туда завалиться. А вот Кашиги, по-моему, нет никакой возможности, потому что, чтобы туда завалиться, мне нужен какой-то там ключ доступа какой-то, не помню.
Короче, мы же пробовали, у меня не получилось. Это багровый рассвет. Теперь мне надо, соответственно, завалиться к ним на запретную зону. Подожди. Ага. What was her problem? А как мне туда зайти? Да ёб твою. Like shadows, right? Как тень, да. Почти один в один. Оперный театр. Никс, need a distraction. В смысле distraction? Hey, you. Фига я какой крутой, да? Я сам не понял, как это сработало, но это сработало. Опа. Тихо. Так, все, отбой. Хорошо. Так, передать данные, естественно. Да без разницы. Пятерка не там. Теперь пятерка там, 21 не там. Опять 21 не там. Тогда 21 будет на третьем месте. 11 и 7. Отлично. Где это? Бляха от сандалика. Ты меня не видишь, я тебя не вижу. Обманул? Да ёб твою, тут нет зацеплялки, чтобы спуститься. А мне здесь можно находиться, поэтому мне насрать. Так, что я где ищу? Подожди. Как их легко наебать, конечно, я дурею. Ключ-карты находятся совсем где-то рядом. При этом это не запретная зона, ничего такого. Где-то наверху. Подожди, не понял. Till next time. So long.
Smell something, buddy? Интересно, подожди, я сейчас не понял. Ага. Здесь. А я тут раньше не был, что ли? Так, ключ от хранилища. Ой, как сложно это все. Так, вот теперь я могу, получается, проникнуть обратно, правильно? Блин, я забыл, как я туда попадал, в эту зону дебильную. Сначала я прохожу здесь. Иду типа сюда. Здесь я сюда залазю. Так, тут стоит двое. Но они особо не двигаются. Там я отвлекаю его. Все, а теперь я захожу туда внутрь, правильно? Ёб твою мать! Почему я ему не могу... Блять, вот это вот самое такое раздражающее. Почему я не могу ударить ему по голове? Серьезно, почему я не могу ударить ему по голове? Подожди, а если я сюда схожу? Бляха, быстро сюда заходим. Ну сюда-то они ж прям уж не полезут. Тем более, пока у меня заставка идет. Да давай уже быстрее. Удивительно, что там удивительно? А что, что там? Новая краска первопроходцы. Amazing, это новая краска первопроходца? Серьезно? Да ну не смешите. А, ну конечно, да. Тут давай прям полный этот самый сделаем. Так, предметы, предметы для заданий. Ну и все, по сути, больше ничего интересного. Так, репутация, с кем у меня там? Брокеры, торговцы, допустим. Так, дневничок, дневничок, это мы выкрали. Клана Шига. А что с закрытым? Кто-то оставил ключ карты с координатами закрытых ворот. Наверное, за ними есть что-то ценное. Ну, что-то, наверное, точно есть. Только как бы мне их еще открыть? Тихохонько. А это что за порт данных?
Бляха, как много циферок. 21. Так, получается, давай 2. 21. 15, 3. Бляха, все не там. Так, тройка на первом месте уже была, двойка было, 21 было. Тогда возьмем пятерку. Теперь тройку, 12, 21. Так, 0, 2. Блин, скиёж, последний выбор не тот. 7, 2. 20? Да блять, это бесконечная какая-то херня. Песос. А, это выход из запретной зоны. Окей, а я смогу потом обратно? Я, получается, короткий маршрут в запретную зону? Блин, это короткий маршрут в запретную зону, судя по всему. Это круто. Хорошо, квартал воров. Квартал воров именно помчали, поскакали. Тогда сгоняем, что там у нас за какие-то закрытые ворота. Подожди, я туда иду? Фузионный резак. Так, подожди, а где... А, ну вот, и направо надо будет. Код доступа к воротам 13QVN. What, you've met her? Jalen and I went to an auction she hosted. It did not end well. Еще надо будет выкрасть сокровище из тайника Шиги. Подожди, а где эти ворота? Не понял. Вот это? Косарь кредитов, ну допустим. Не понял. Типа все, что ли? Косарь кредитов и все? А, ну да, все. Вот эти же пассатижи, я-то думал что-то интересное. Так, хорошо. Тогда, получается, мне надо в тайник клану Ашиги как-то проникнуть. Вот это самое сложное, потому что там нужна будет ключ-карта. Здесь я имею право находиться. А вот на запретную территорию мне к ним заходить, естественно, нельзя. Здесь, конечно же, нормальный бы наемник, конечно, перелез. Ну, такой, как я, тут хер перелезет, да? Естественно. Вот и запретная зона начинается.
See something? Так. Никто меня не видит, я прям совсем невидимошный. Вот здесь я пройти проходил уже. Здесь даже дверь... Бляха, опять отмычка. Прости, Никс. Подожди, я здесь тоже точно проходил. Там дурачок за этими стоит. А, вот сюда раньше нельзя было пройти. Ага, камера. Ну, камера меня не то чтобы пугает. Да на камеру мне вообще в целом насрать. Получить что? Ага. Так, R2. Только не надо меня за какой-нибудь картой данных еще отправлять за 3-9 земель. Я очень вас прошу. 12 не там. Опять 12 не там. Одиннадцать? Ёб твой, 10? 8? Эти коды начинают раздражать, если честно. Ключ карты от... Ну конечно же, ну ёб твою мать. Одна, кстати, здесь, прям рядышком. Psst, Nix. Push that button. Одна-то рядышком совсем. Так, он только-только отошел, все, я быстро сваливаю. Ключ-карта. А, вот у этого дурачка, наверное. Нет. Got something, bud? Подожди, а где тогда? А, вот здесь. Ключ-карта от помещения охраны. Значит, мне надо, получается, сначала сгонять вот сюда. Блинский ёж. Чуть-чуть лоханулся. Здорово, пацаны. Чё, как? Нормально все? Да-да-да. А где это у меня хранится? Ага. Поехали быстро сгоняем. 50. Ну, по идее, если не будет никаких приключений, то мы успеем как раз туда-сюда быстренько сгонять в хранилище. Проникнуть, посмотреть, что там где.
Так, мне сюда надо. Хотя там можно было, наверное, через ту территорию пройти. Ну, ладно. Раз уж тупить, так тупить по полной. Да что ж мы по чуть-чуть-то тупим. Так. А я эти данные, что ли, не брал? Интересно. Здесь где-то есть проход? А. Оружие клана Ашига. Кольцо. От фойе исследователь скан станции 57. Что? Ты чё, блядь, издеваешься надо мной, игра? Чего-то я здесь не догоняю. Опа. Get that card, вот это оно, походу. Nice job, Nix. Набор для выживания. Это неинтересно. Так, поехали тогда быстро обратно. Так, теперь я смогу зайти сюда. Бляха, как все это... Да не, на самом деле интересно, да? То есть я могу периодически жаловаться, что, блин, да задрали, туда-сюда гоняют. А мне самому это нравится. Я уже вошел во вкус. Здорово, пацаны. Я к вам запретную зону пока скажу, быренько. Вы только не это, не подумайте ничего такого. Вот этого по-хорошему так-то вырубить надо. А еще мне надо залезть наверх. А, подожди, мне не надо залезть наверх, мне вот сюда надо. Не понял.
Ключ-карта от помещения охраны. Я не понимаю. Куда ты? А как нету ключ-карты от помещения охраны? В смысле, подожди. Для доступа к основным помещениям исследовательской станции 57 на Киеве. А, ключ-карта от хранилища ЗИСИК. Одна из трех ключ-карт, открывающая хранилище в квартале ЗИСИК, Митри Микс, клана Ашига, руководящий его экспансией. Ну так это карта ЗИСИКС. Ключ-карта от хранилища Мехдо. Может, мне кого-то из этих двух надо еще дополнительно вырубить? У них бывают ключ-карты, но вот у этого нету. Может, у тех, у кого-то двух? Если ключ карты от охраны, то значит, ну, кто-то же из них охранник. У тебя ключ-карта? Да, вот она, пожалуйста. Да ты что ж ты прыгаешь-то? Ой, бля. Ой, бля, ну тут, пожалуйста, ну нормально, не надо херней страдать, ну просто залезь и все. Так, здрасте, это все мое. Закрыть, что ты там закрыть пытаешься? Обратно сундук, что ли? Его нет смысла закрывать. Дверь открой. И теперь сюда. Как геморройно с этими хранилищами периодически бывает, конечно. Но охраняются они очень-очень плохо. Очень плохо охраняются. Пацаны, вам бы над охраной поработать. Так, что тут у нас интересного? Окраска на первопроходца опять? Ну что там мы нашли? Новая окраска на первопроходца и новая окраска на спидер. Так, транспорт, спидер, внешний вид. Смотри, у нас есть новая окраска. Есть вот такая, есть меха... Чтоб жопки теплее было. Ну, допустим. О, это еще и шлем к тому же. О, шлем командос. Ну, круть. А, так, первопроходец, внешний вид. Давай посмотрим. Ну ладно, хоть здесь смех нигде не висит. Не, ну слушай, мне больше всего нравится, как выглядит, конечно, багровый рассвет. То есть у них, ну, на самом деле, они такие стилявые, моднявые ребята. Выглядит все прям очень-очень достойно, на уровне. Притом все прикольно выглядит. И окраска для первопроходца, и для спидера. И, в принципе, костюм такой, ну, достаточно-таки неплохой. Ну уж просто за компанию. Раз у всех вырубать, то
Уж вырубать, так уж всех. Ой, да не, не хочу, я и так выйду отсюда. А подожди, а я здесь ведь ни разу не был. Интересно, это куда проход? Но это, наверное, сокращенный путь отсюда, чтобы выйти. Двоечка не там. Единичка и двоечка опять не там. 11. 1. 2. А. Получилось. Да, здравствуйте. Это вообще выход получается отсюда. Ну хорошо. Но здесь-то я уже в целом... В целом я здесь тоже, кстати, ни разу не был. А, нет, был я здесь. Обменять контрабанду на компоненты? Чак, корень, множитель. Все, хорошо, да, вот видишь, открыто у меня. Давай тогда здесь мы закончим. Продолжим в следующий раз. Ты, соответственно, подписывайся на YouTube, на Телегу, на Дзен, на Рутуб, куда хочешь. Ставь лайки, пиши комментарий. Большое спасибо, что посмотрел. С тобой был Роман. И да пребудет с нами сила.